Всем привет, у нас сейчас на погрузке контейнер в Котку. Это 4 машины: Acura RDX, Honda Fit, Honda Civic и Ford Mustang. Сегодня погрузка будет очень быстрая, потому что когда я пришел, RDX уже был погружен. А Fit'а я даже не видел и думал о том, как бы побольше посмотреть. То, что он вчера приехал, сегодня утром он уже погружен в контейнере и будет отправляться. Приятного просмотра. Грузит контейнер. Honda Civic стоит здесь на погрузке. Привезли прямо сюда. Приехала своим ходом. По всей видимости, некуда было поставить. Поставили прямо здесь. Машинку не глушили, но она еще даже не прогрелась. Вот один ключик. Какой контейнер будут грузить? Наверное, вот в этот. Тут уже повешено. Acura RDX у нас. Подвесили к потолку. Так все выглядит снизу. Подвеска. Следующим образом зафиксировали контейнер внутри. Привезли Fit'а на погрузку. Смарт-ручка тут. Но дверь сильно зажата, ее даже не открою. Я так полагаю, сейчас под Fit'а сразу же погрузят. Fit'а погрузят сейчас под RDX. Ребята грузят его. Задняя дверка немного помятая. Порог целый, петли на месте. Колесо стоит с виду немного повернуто. Да, но это тоже повернуто, поэтому колеса, я думаю, нормальные. Камера у нас тут есть боковая, тряпочный салон, ключ, а здесь отлетел пластик, по всей видимости, из-за того, что он там зажат. Вот зажала боковую панельку, питание на машине имеется. Надо на тормоз нажать, чтобы ее завести, но уже нет времени ее завести. Кидают туда. Кинули туда болтики. Да, машинка просто так не заведется. О, да, вот это, конечно, классная тема. То, что можно по-разному складывать машину. Делаем осмотр только перед погрузкой. Тут ничего нету, пусто. Абсолютно пусто. Механическая дверь. Будут сниматься колеса. На машине приехали. Машина, значит, на ходу. Снимаю аккумуляторную клемму. Противотуманки. Резина, диски неплохие.
Да, ездили на ней мало. Обрабатывали ее, что ли, чем-то? Чем-то черным. Крыло помято, зеркало разбито. Но оно открывается, закрывается. А, здесь все равно корпус изнутри треснут. Руль у нас тут обычный. Ну, завели машинку. Такая вот сзади подвеска. Вот и машинку поехали грузить под RDX. И потом, я так полагаю, будет подвешиваться Civic кверху. И под него загонит Ford Mustang. Вот следующим образом погружен Fit в контейнер. Поставили его на брюхо. И под RDX. Сейчас Civic грузят. Сняли колеса. Здесь тоже 18-й год. Но состояние, конечно, у подвески сильно лучше. Вот здесь еще не сняли. Окошко открытое. Закроем его. Она до сих пор работает даже. Но она уже не нужна, чтобы она работала, да? Так вот они все закинули. This is fine. Ah, no need. Leave this. На меня посмотрел и понял, что лучше так не делать. Ну, блин, они зажали просто колесом на колесо, поэтому уже вот вешают на цепочку. Какой моцик приехал. Классный. Юбка, не помню, слетевшая была или она сейчас уже здесь по факту слетела. Вот повесили на цепочке. Машинку сверху. Где-то говорили, тут двери царапаны или мяты. Не вижу я тут никаких на дверях повреждений. Двери в идеале. Где тут царапки или вмятинки? Ничего нету. Идеальные двери. Сейчас снимаю эту аккумуляторную клемму.
А здесь юбка хорошая. Ну, здесь замят бампер. Вот сейчас будут поднимать Civic. Потолку фиксируют его. И так и поплывет. Но место там, конечно, валом, потому что в контейнере три маленькие машинки и только одна большая. Ford Mustang. Максимальной комплектации, на перформанс-пакете, с премиумом, с GT-приборкой, GT-диски, Shelby-спойлер, красный салон, маленький пробег. Выглядит вообще суперско. Так что, если хотите подобный сервис, пишите в комментариях под данным видеороликом. А кто-то вот яхту будет грузить. Ух ты, кто-то то ли приехал, то ли что. Машина с номерным знаком стоит. А, нет, это ее просто не сняли с учета, что ли. Ух, кто-то переезжает, видимо. Да, целую машинку кто-то себе тут отправляет. Она, кстати, заведенная, кондиционер работает. Все уже заморозилось тут. Дорогие шмоточки. Ну, хорош такой мерседесик. Кому-то, видимо, выгоднее жить в России. Ну, как обычно. Вот лодка огромная, 24 фита справляется. А по поводу 1,3 литра, это был Trailblazer, а не Blazer. Вот мы видим Trailblazer, полный привод, РС, максималочка, ревертыш. И еще, возможно, топлячок. Да, вот тут связали, чтобы двери не открывались. Вот такой вот перевертыш. Только что с ним делать, как его чинить? Зачем чинить? Куда чинить? Непонятно, для чего его взяли. Может быть, для восстановления утопленника. Потому что тут одна дверь только целая. И все. Такой красавец. Аккумуляторную клемму. Вот и все. Погружен Honda Civic. Сейчас заедут под Civic, зафиксируют Ford Mustang. И на этом все. Ahí está.
Это так вылазит из Мустанга. Ну все, четверка погружена, машинки отправляются в порт Котка. Ну и на этом все. Так что, если понравился данный видеоролик, ставим лайк, подписываемся, комментируем. С вами был Дима, всем спасибо за просмотр, всем пока. Мотоцикл какой везут. Ого. Вот это моцик. Фига себе. Ой, тут еще такой. Ой, так там много моциков. Обалдеть. Контейнер перевернут как раз. Он ту лодку будет грузить. Ну все. И я утопал дальше.